вы меня узнали? Я Снегурочка. Сегодня на детском канале Камила и Каролина вас ждет сказка, но не обычная, а новогодняя. В одном маленьком городке жила-была одна девочка, которую звали Каролина. На Новый год она хотела чудо, чтобы Дед Мороз ей не просто подарил подарок, а пришел к ней в гости. И решила девочка написать письмо Деду Морозу. И чуть-чуть осталось. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Где вы будете гость подарок? Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, Дедушка Мороз. Я хочу подарок. И постой, хочу подарок оттуда. Вот гость. Ты зовут меня Алина, мне 3 годика. Я со своей мамой и папой. Я Миру. Но сегодня я сошу детский садик. Написала девочка письмо и положила под елку в надежде, что помощники Деда Мороза передадут это письмо прямо ему в руки. Письмо Деду Морозу. Здравствуй, Эльза. Что это от тебя? Письмо для Дедушки Мороза. Дай мне один, пожалуйста, отец. Нет, не. Нельзя, это ж чужое письмо. А кое? Сима, открой. Почему ты такая злая? А Сима, я хочу тоже сюда. Ну так напиши письмо сама. И хочу, я сама отдам Деду Морозу. Ну напиши письмо, а я передам Дедушке Морозу. А я сама дам. Нет.
нету. Я буду рада тебе помочь. Точно? Конечно. Я мальчиком только. А ты меня и аниме. Ну так ты согласна? Да. Написал? Да. Буквы еще. Буквы. Или коротко шла Эльза и наконец дошла до сказочного домика. Там и жил Дедушка Мороз. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, Эльза. Я тебе письма принесла от Бабы Яги и от маленькой девочки Каролины. Одежду мой полосах. А ну давай второе письмо. Все заполнил. Ну что же, путь! 4, 5. Здравствуй, Каролина! Ты прислала нам письма. Мы их прочитали и сразу отправились к тебе. Привет, Каролиночка. Я слышала, ты тут чудо хочешь? Да. Ну давай, девочка, сделай чудо. Это моя внучка, Снегурочка. Ну все, делай чудо. Чудо, говоришь? А ну, подержи мой посох. Ну давай. Посохом я постучу, волчком я покручу и девочку в принцессу обращу. Ну что, дедушка, ты постарался как надо. Теперь наша малышка принцесса. Ну что, я уж присяду, дедушка старый стал. А ты, принцесса, давай расскажи мне стишок или станцуй.
будешь вот здесь вставай, вот здесь. И рассказывай мне стишок. Я маленькая девочка, я в школу и хожу, и пить мне отдайки, я сам уже. Ух, какой красивый стишок, мне понравился. Ух, рассмешила так рассмешила. А загадки отгадывать умеешь? А ну-ка, сейчас я тебе загадку загадаю. О, зимой и летом одним цветом. Ёлка. Ух ты, ты загадки. А такую отгадаешь? Да. Зимой белую шубку одевает, а на весну на серую меняет. Кто это? Шайчик. Опять все знает. Ой, молодец, так молодец. Ну, молодец, так молодец. И загадки умеет отгадывать, и стихи знает. А хороводы водить умеешь? Ну, давай-ка мне покажи, как ты умеешь водить хоровод. Давай. Ну, песенку какую будем петь? Лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ой, молодец ты, моя девочка. Вот это к талантливой девочке приехали. И считает, и загадки знает. А считать ты умеешь? А ну посчитай, сколько у меня пальцев. 1, 2, 3, 4, 5. И считать умеешь. А цвета ты знаешь? Да. А какой это цвет? Синий. А вот это? Белый. А вот это? Красный. И все она знает. А давай-ка теперь поиграем в игру «Заморожу». Ну, давайте поиграем. Дед Мороз, где ты был? А я в садик приходил, всех ребят я в лисят превратил. А ну пока покрутись, белочка. Лисёнок. А, лисёнок. Мороз, где ты был? Ты в ясли заходил. А я в ясли заходил, всех ребят я тигрят превратил. Вот какой тигренок у нас стоит. Дед Мороз, где ты был? Ты в школу заходил. А я в школу заходил, всех ребят я в ангелочков превратил. Нормальные они у нас ангелочки. А ну-ка покрутись нам ангелочек. Ну, наверное, мы тебя не принцессой оставим, а ангелочком. Ты мне так больше нравишься. Дед Мороз, где ты был? Ты к Леночке заходил? Да, вчера был я у Леночки, заморозил ей коленочки, а сейчас я у девочки. Жалко мне морозить ей коленочки. Сейчас я нашей королюшке скажу тихонько, прямо в ушко. Сейчас я нашей королюшке скажу тихонько, прямо в ушко, что красивее ее принцессы нема на всем белом свете. И хоть мала еще годами, зато открытая душа. Добра в ней много, и с годами любовью озарит свой дом. С Новым годом тебя, девочка, мы поздравляем. И от всей души тебе желаем быть красивой, милой, доброй, справедливой, трудолюбивой, послушной быть. И маме с папой помогать, родных любить не забывать, Камилочку не обижать. Бабулю часто целовать, ее любить и обнимать. Ну и, конечно, о дедуле совсем не забывать.
Его всегда люби так сильно, как любишь мамочку свою. Целуй его, люби и уважай, и в гости чаще приезжай. А для тебя у меня есть подарок. Его сегодня заслужила ты своими руками. Ну, королюшка, сегодня ты заслужила подарочки своими маленькими ручками. А ну, внученька, подержи мой посох. Ну, за то, что ты считать до пяти умеешь, загадки отгадывать умеешь, цвета знаешь, стихи знаешь, танцуешь. Ну, на тебе подарок. Один и подарок другой. Ну и внучке я своей не забыл подарочек, потому что она моя помощница. Спасибо. Ну что, будем с тобой прощаться. Дед Мороз еще к другим деткам надо идти. Да, внучка? Угу. Пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока. На следующий год пиши еще нам письма, мы придем. Вот и сказки конец. Вот эта сказка мне очень сильно понравилась. Полна чудес и веселья. Приключилась с маленькой девочкой Каролиной. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами были Камила и Каролина на канале Камила и Каролина. Пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. С Новым годом.